Доброе утро, уважаемые граждане. Сегодня продолжаем проводить эксперименты с элементами петли, термогенерации с элементами петли. В прошлом видео я вам рассказал, как проводил опыты с Солнцем. Вот. Вы можете посмотреть, ссылка будет здесь ниже, на первое видео. А также на газовой плите проводил. Сегодня провел опыты с этой же, значит, системой на листе железа. Вот. Это можете систему посмотреть в первом ролике. Применяя свечи. Что получилось? Получилось вот что. Подложил 6 свечей под этот лист, где элементы петли. Получается 6 вольт. То есть каждая свеча дает 1 вольт. То есть с помощью свечей можно даже уже заряжать батарейки 6-вольтовые, если еще прибавить, поставить устройство, а даже может 12-вольтовые. Ну, то есть 6 свечей дают 6 вольт. Если 12 свечей поместить, я это не проводил эксперимент, получается 12 вольт. То есть надо где-то 14 свечей. И получается 14 вольт. То есть можно это дело, как говорится, даже на 5 свечах можно заряжать телефоны даже без устройства. А на 12, на 14 свечах можно заряжать батарею, аккумуляторы. Далее будем продолжать применять еще на солнце, значит, есть еще будет это самое. Тарелка у меня где-то валяется. Через тарелку обклею этим самым жестью и поставлю эти элементы туда. Над тарелкой сделаю самую. И вот проверим, как будет на этой системе. Возможно, что от солнца будет. А на свечах, значит, одна свеча дает 1 вольт. На этом сегодня заканчиваю. Всего доброго.